Всем доброго дня! Мы в агентстве недвижимости «Сова» постоянно получаем новые знания, умения и обучаем наших новых сотрудников. Сегодня у нас стартовала школа новичков. Я думаю, нам надо узнать у них, как это прошло, какой у них был первый раз. Там Лариса Константиновна их чему-то учит, а это очень серьезно. Не будем пока мешать. Стас, расскажи, пожалуйста, чему ты можешь научить наших новеньких сотрудников, как ты считаешь? Терпению, в первую очередь, могу научить их. Так. Не сдаваться, не опускать руки. Так или иначе, терпение, вот это вот настрой никогда не сдаваться, приводит вот... Терпение и труд? Все пере... что? Труд. Верно. Спасибо, Станислав. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, чему вас сегодня научили? На школе новичка. Ну, дали вводные знания. Так. Вот. Какие? Ну, в плане недвижимости, как работать с руководством, что решает менеджер. Объяснили то, что конфликтовать нельзя между сотрудниками, да. Так. То есть все решается сразу же между менеджерами. Объяснили азы, по-моему, Алексей был с этого, Заречного, Максим. Рассказал свою историю, как он добился своих успехов. Вот, было очень познавательно. Лариса Константиновна тоже рассказала нюансы, как она начинала работать, что ее мотивировало, дала напутствующую речь. Теперь замотивированы, будем развиваться. А продолжи, пожалуйста, учение свет, а не учение тьма. Какой молодец. Пойдем дальше. Давайте передадим Ларисе Константиновне привет. Лариса Константиновна, привет. Ты крутая. Да, очень крутая. Зарядила конкретно. Спасибо большое. Да. Запомнилось абсолютно все. Информация очень обширная, очень емкая. И очень все доступно было преподнесено. Каждый спикер свое рассказывал, свои истории. Очень все интересно. Я вообще сюда пришла уже спустя полтора месяца работы. Я сюда пришла именно за знаниями, те, которые не могу получить в поле. То есть я сюда пришла именно за теорией. Очень много вопросов у меня, которые я, думаю, задам спикерам. А что вы вообще ждете от школы новичка сейчас, которая проходит? Ну, то есть еще же будут у вас встречи. Что вы хотите получить? Я хочу выйти через эти три недели мега-риэлтором, чтобы не было потом года пахания. Хочу через три недели быть уже состоявшимся риэлтором. Скажите, пожалуйста, сегодня это первое ваше обучение было у нас в компании? Да, первый день сегодня. Работали до этого агентом? Нет. Нет, не работали. Поэтому это новое направление, поэтому интересно что-то новое для себя узнавать, открывать, как бы то, с чем ты вообще никогда не сталкивался. Кто из спикеров сегодня понравился больше всего? Оба понравились. Каждый по-своему что-то интересное как бы рассказал, и каждая история, она по-своему интересна. А как можете одним словом, пожалуйста, это очень важно, одним словом, как можете описать сегодняшнее обучение? Я просто думаю, как это слово назвать, чтобы в одно слово все уместилось. Вообще. Пусть будет продуктивно. Да, было очень интересно. Пришли очень отзывчивые новички, активно задавали вопросы. Спикеры тоже делились с ними информацией, своим практическим опытом. Ребята очень интересовались, задавали вопросы и получали очень интересные ответы из реальной практики спикеров. Ой, это очень важно, что действительно у нас приходят сотрудники, которые могут научить, исходя из своего опыта. Ксюш, привет. Расскажи, пожалуйста, сегодня началась у нас школа новичка, а вот как ты думаешь, чему ты можешь научить нового сотрудника у нас в компании? Я могу много чему научить. Например, одобрять ипотеку. Так. Застраховать выгодно. Но еще могу рассказать, как добиться успеха, большого роста. И огромные зарплаты. Норм? А меня научишь? Хотите, вас тоже научу? А то ходите бездельничайте по коридорам. Спасибо. Сейчас школа новичка открылась. Очень много там у нас сегодня было народу. Все что-то обучались. А подскажи, чему конкретно ты можешь научить нового сотрудника у нас в компании? Родину любить. Родину любить. Класс. Как мы этому будем учить? Ну, Тюмень – это же столица вообще новостроечная, российская.
Все самое продвинутое в Тюмени строится. Так. К нам москвичи за опытом приезжают, а я знаю все новостройки в Тюмени и мои девочки. Родину, в смысле, прям малую родину? Родину, прям Тюмень. Прям Тюмень. Какая малая, а самая большая она. Самая любимая, самая красивая, самая продвинутая. У меня вообще бабка Текутева. Поэтому уж кто-кто, а я-то точно могу научить Тюмень любить. Если вы хотите хоть что-то вообще знать о новостройках и вообще, о Тюмени. И о Тюмени, это вот, пожалуйста, Клевцур Александре, да, она вам все подскажет. Да, и девочки ее тоже все подскажут. Девочки вообще. Спасибо. У нас лучшие девочки. Да, приходи еще. Спасибо.